Произведение искусства о Холокосте, которое произвело на меня когда-то, наверное, самое большое впечатление, это еврейский музей в Берлине, построенный архитектором Либескиндом. Я думаю, что архитектуру вполне можно считать за произведение искусства. Это настоящий концептуальный проект. Здание, такая скошенная коробка, пересеченная горизонтальными линиями, абсолютно, почти абсолютно пустой, но воздействует на человека абсолютно сногсшибательно. С одной стороны, давит, с другой стороны, выйти оттуда без слез невозможно. Ты понимаешь вот эту вот ужасную, гнетущую, бесперспективную, безнадежную атмосферу концлагерей, с одной стороны. С другой стороны, тебе хочется прикоснуться к памяти и вообще увековечить в своем личном мемориале, в твоем собственном сердце память о всех тех людях, которые пали жертвами этого чудовищного геноцида. И всякий раз, когда я бываю в этом городе, в Берлине, я обязательно иду в этот музей, потому что, конечно, ничего более жесткого и острого и быстрого эмоционального ощущения, конечно, ни в каком другом месте я в этом городе не получаю. Хотя ясно, что эти эмоции тяжелые, но все равно очень важно их пережить.